В Сочи упал спрос, никто ничего не покупает, продажи встали и так далее. Это уже я слышал не от одного из подписчиков и показывал совсем недавно вам свой ответ по поводу продаж и в каких-то коттеджных поселках и квартир, что все-таки люди покупают и покупают именно то, что я рекомендовал. И сегодня тоже это не исключение. Почему? Потому что мы приехали показать вам уже не два, потому что тот дом продан, а вот этот один дом, который называется Горная Олимпия. Коттеджный поселок, который состоял из двух буквально домиков, вот с такими елочками, туечками и так далее, с таким вот подъездом, с коваными перилами, с видом в сторону моря. Море есть и шикарным заездом ворота. Ворота для вас, ворота для вашего соседа. 4 сотки земли ИЖС. Когда я вам, ребята, говорил, обратите внимание на этот дом, люди обратили внимание и приобрели, потому что там шикарный вид просто на горы. Но остается вот этот вариант площадью 130 квадратных метров. Пойдемте вовнутрь. Прежде чем войдем, давайте я вам покажу еще территорию. Вот здесь получается ваша уже территория этого земельного участка, 4 сотки. Крылечко сделано, дверь массивная, толстая, менять не надо, смотрите, все четко. Два замочка. Свободной планировки, дом уже с вот такой вот предчистовой оштукатуренной отделки. Ну, мне нравится, потому что когда вот дом отштукатурен, отшпаклеван, ну, смотрится красиво. Ввели сюда 15 киловатт электроэнергии. Дом каркасно-монолитный, блочное заполнение, как вы видите, там, где будет санузел, газосиликатный блок. Хорошие такие большие окна, вид получается на придомовую территорию и вид на море. На море есть вид, ребят, его просто вы плохо видите из-за того, что сливается. Сегодня у нас погода, скоро передают дожди. И вот такой, смотрите, как-то можно распланировать, больно будет очень даже хорошо. То есть кухню, гостиную, еще одну спальную комнату запросто здесь все можно распланировать. А бетонная лестница, никаких углов, никаких заходов, высоко. Я поднимаюсь здесь, уровень получается 2 метра, толстая достаточно плита, сантиметров 15. 17, может быть. И поднимаясь на второй этаж, мы также имеем вот такую вот площадь свободную, которую вы распланируете уже при помощи дизайнера. Что мы здесь с вами видим? Давайте посмотрим. Здесь мы видим с вами пальмы и соседний дом. Но боковой вид есть на горы. Классный. Надо было все-таки спроектировать дом так, чтобы вид на горы оставался, но там соседний дом уже стоит. Смотрите, вот такие вот выходы на балкон. Витражное остекление, вы видите, открывается. И вот такой большой балкон с коваными перилами. Вид на море. Вот эту вот полосочку, которую вы видите, это все море. Мы находимся в селе Верхневеселое, улица Владимировская. Далее у нас получается вот эта часть, половина второго этажа, тоже под выделение одной хорошей спальной комнаты. Далее есть еще один балкон, тоже с видом получается на море. Видите, дом ломает, наверное, собирается строить что-то такое красивое и капитальное. Вот такой вот домик, он по-прежнему продается, но ценник сейчас на сегодняшний момент этого дома опустили на 1 миллион, несмотря на то, что соседний дом продан. Была цена 10,5 миллионов рублей, теперь 9,5 миллионов рублей. Так что если вы хотели приобрести дом с видом на море, а если вы хотите уже готовый дом с коммуникациями, 15 киловатт электроэнергии, локальные очистные сооружения и централизованный водопровод здесь подключены. Газ здесь по меже, то есть проходит он рядом с парковкой. Вы его видели, наверное, когда я делал обзор.
Вот. И подключение газа, оно не столько затратное, сколько просто по времени это уходит много. Поэтому застройщики долгое время, ну, не хотят заморачиваться. Вопросов нет, то есть подключить здесь есть такая возможность. Дом просторный, свободной планировки, качественный, монолитные перекрытия. Также обратите внимание на втором этаже, то есть не деревянные, высокие потолки и там по 3 метра. Ну и локация его очень хорошая, подъездные пути. Если он вам понравился, то вы можете его приобрести, позвонив мне по телефону, который вы видите на ваших экранах. А, к тому же, если у вас бюджет не позволяет дом приобрести, то у меня есть в плейлисте частные дома, все предложения. Вы можете также и сравнить этот дом с другими аналогичными предложениями и выбрать по своему вкусу. Я буду с вами прощаться, желаю вам хорошего дня, всем удачи, всем пока.